Добрый день, мои зрители. Сегодня продолжаю снимать видео о том, как я собираю низкочастотный инвертор. И пришло время наматывать дроссель. Сначала хотел намотать на ферритовом кольце, но мой подписчик сказал, что это не годится. Сейчас уже есть другой материал. Сэндаст. Известно, оказывается, с 1936 года, это придумали японцы. Но в мою молодость такого я не видел и не знал. Ну, век живи, век учись. Так что попробую намотать дроссель. Железо, без проблем его купил у нас в городе. Сечение провода я выбрал 16 квадратов, так как он будет стоять в цепи, по которой будете 24 вольта, 5 киловатт, это где-то 200 ампер должно пройти. 16 киловатт примерно столько же и выдержит. Постараюсь вас не занимать самим процессом намотки. Мне удалось намотать 9 витков. Конечно, пришлось постараться. Провод немножко жестковатый, но 16 квадратов есть 16 квадратов. Один провод будет идти к плате низкочастотного инвертора. Второй провод я оставил подлиннее. Он пойдет в трансформатор. Трансформатор будет находиться отдельно от самой коробочки с инвертором. Так что я оставил его подлиннее. Поставим на них наконечники и начнем подключать. Все это дело собираю все вместе. Так что ждем новых видео. Соответственно, надеюсь, уже скоро. Надеюсь, у меня будет уже собран инвертор. Будем испытывать. Обязательно все это увидеть. Не забывайте подписываться, чтобы увидеть продолжение. Когда же заработает мой инвертор на 5 киловатт. Спасибо за внимание.